Возглавлять управляющую компанию – непростая работа. Однако в городском округе Люберцы есть выдающиеся руководители. Глава округа лично поздравил и вручил почетную грамоту Мамеду Азизову, генеральному директору Люберецкого городского жилищного треста. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность такую грамоту от президента России Владимир Ружицкий торжественно вручил Мамеду Азизову, гендиректору Люберецкого городского жилищного треста. Я скажу, гуру системы жилищно-коммунального хозяйства, это Азизов Мамед Кискинович, и у меня есть поручение сегодня вручить ему грамоту президента Российской Федерации Владимира Путина. Поэтому, я думаю, давайте его поздравим. Он заслужил такую награду. Азизов более 30 лет возглавляет жилищно-коммунальное предприятие, которое на сегодняшний день считается одним из лучших в Московской области. Екатерина Скрижалина, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.